Всем привет! Сегодня стираю скатерти. Наверное, несколько лет не трогала. Так, значит, на одной два пятна, на одной вообще нету пятен. И вот здесь края пожелтели, как вот свернуто лежала скатерть. Вот видно, вот такое большущее пятно. И вот дальше тоже пошло пятно большое, желтое. Салфетки. И вот так вылезли пятна. Вот. Желтые. Это пятна застарелые. Ярко выраженными пятнами у меня 5. Если складывать салфетки, то видно, они разных тонов. Общих пятен нет, но общий фон разный. Мочила скатерть, чтобы она была влажная. Развожу этот пятновыводитель по инструкции. Горячая вода, там 60 градусов. И пятна опускаю. Беру лопатку этого раствора. Пошла реакция. И опускаю сюда пятна. Сюда же, пока горячий раствор, опускаю салфетки. Намокает и видно, что там пятна. Полежали 2 часа. Салфетки, скатерти. Всю эту воду, скатерти и салфетки в стиралку. Так, порошок отправляю в капсулу. 3 скатерти. Салфетки, которые с застарелыми пятнами. И все вот эти чистые салфетки, но разных оттенков. Все отправляю в стиралку. Добавляю еще этот рефлекшн, еще целую лопатку. Включаю стиралку, 60 интенсивная. Закончился цикл стирки. 1 скатерть чистая. Салфетки 13. Чистые. Скатерть, которая была с большими желтыми пятнами, они стали светлее. Но все равно остались. Это я к чему? Разные пятна и разные средства нужны для них. Вот здесь пятна светлые, но остались. Раз, как вот были пятна рыжие, так и остались рыжие пятна. Вот. Ничего не отстиралось. Это австралийский препарат. Я считала его самым лучшим. Для застарелых пятен, на мой взгляд, он очень хорош. Он не справился с этими пятнами. И что, это плохое средство? Нет. И что, надо сказать, что оно не работает? Оно работает, но не на всех пятнах. Каждому пятну нужен свой подход. Беру мыло от пятен. Таких здесь для сложных пятен. Нет такого мыла, когда. Беру просто хозяйственное мыло. Натираю на терке именно целый кусок, потому что у меня 2 скатерти грязные и салфетки еще грязные. Натерла целый кусок. Теперь беру кальцинированную соду. Столовую ложку сверху. Если нет кальцинированной соды, просто беру таблетку для посудомоечной машины. Есть таблетки на основе соды, соли. Вот такой беру, на основе соды и соли. Разбавляю водой из-под крана холодной. Растворилось мыло. Наливаю сюда 100 мл перекиси водорода. В холодном растворе держу 5 часов. Только потом нагреваю. И потом остывает оно тоже 4 часа. Вот нагреваю. Когда не кипит, но вот такой, как вот, как будто гейзер. Где-то там уже внутри есть кипение. Во, все. Выключаю. Уношу в ванную 100 мл нашатырного спирта в этот раствор. Налила, перемешала хорошо, закрываю крышкой и оставляю до полного остывания. Остыл раствор, все вынимаю и все надо просто ополоснуть. Стираю при 60 градусах без порошка, потому что они в мыле, в соде, с перекисью и нашатырным спиртом. Стираю просто чистой водой. Этот раствор не выливаю, в нем заманчиваю грязные палочки. Закончился цикл стирки, вынимаю. В скатерти все салфетки пересмотрела на предмет пятен. Пятен нету. Сушится. Нужно в 4 раза, скатерть у меня сохнет. Она уже высыхает ровно. И когда я ее не сушу, она выгладится отлично. Глажу всегда с изнанки. Сняла вот полувлажную, а то ткань желтеет. И даже если она пожелтеет с изнанки. А лицо останется более белым. И вот такие полувлажные льняные вещи отлично, отличненько разглаживаются. Ну и вот скатерть. Единого желтого пятна.
и вот салфетки, ни единого пятнышка. Салфетки все одного цвета. Ну что, всем пока. До новых видео.